более 64% выросло насилие в семье. Из Джалабада бежали сюда, в Бишкек, несмотря на чрезвычайное положение, чтобы избежать насилия. В условиях ограничения свободы насилие возрастает, потому что ресурсов мало, это не обязательно ресурсы, связанные продукты. Можем отследить, что звонки в основном были от людей посторонних. В меньшей степени звонили пострадавшие от насилия. Больше звонили те, кто являлись окружением. Ну, это говорит о том, что, наверное, люди стали более информированы о том, что такое насилие в семье. Потому что, ну, почему жертвы не звонят, потому что у них чувство вины есть. Человек должен четко понять, что никто не имеет права трогать, бить, толкать, обзывать. Бытовое насилие, это просто тяжело прийти в том виде, чекал зомбу, пусть не был физикал зомбу, а я гадаю, что Денис не золотый, который алар дуру, соку, гугала был. Ладно, дырим, чтоб победил вайлас, аткен себе ушел, а я был, ушел балау, бюрит, мамлекеттен, бюрит, адам, жарадан, ну, билечек бар.